Наш сюжет о давней проблеме особенно актуальный для больших городов, которая со временем только нарастает. Разбитый газон, на котором все давно паркуют автомобили, можно встретить в каждом дворе. И такая парковка зачастую нарушает правила благоустройства, а владельцам машин приходят штрафы. Наша съемочная группа изучила опыт нескольких домов, жители которых придумали, как узаконить парковку на бывшем газоне или сделали во дворе новую площадку для машин. Подробности далее. Еще не так давно в этом дворе не хватало мест для парковки, а вместо вот такой, новый и экологичный, был старый газон и неухоженная зеленая зона. Здесь была просто заросшая территория. Ну, знаете, наверное, еще с 80-х годов была. И в основном деревья и кустарники. Эта территория не особо использовалась. Теперь это очень удобно, это как альтернатива, потому что жители приезжают, они точно знают, что у них всегда есть место у дома. Проект «Эко-парковка» в Твери пока еще редкость. Это площадка для машин, засеянная травой и укрепленная газонной решеткой, которая сохраняет вид зеленой зоны, даже если сверху парковать машины. Для этого, чтобы сделать такую площадку, жители дома номер 5 по улице Новоторской вошли в программу поддержки местных инициатив. По деньгам получилось немного меньше, чем асфальтировать парковочный карман. А в итоге старый газон красиво оформили и узаконили здесь парковку. Благоустройство такой экопарковки позволяет сохранить и зеленые насаждения, и узаконить, соответственно, гостевые стоянки для жителей и гостей, тех людей, которые приезжают сюда и паркуют машины. Жители центрального района рассказали, как у них появились новые парковки во дворах. Конечно, и здесь помогла программа поддержки местных инициатив. Дома на Смоленском переулке 7 и проспекте Чайковского 37 были одними из первых, кто в ней участвовал. Здесь парковки для автомобилей из асфальтобетонного покрытия. Здесь был газон, на котором никогда не росла трава, дули сильные ветры и просто выгуливали собак. В 2016 году начала развиваться программа поддержки местных инициатив. И мы были одни из первых, кто выступил именно с организацией здесь парковки. Раньше у нас машины стояли на всей территории, были ухабы, был беспорядок. С 2016 года в Твери в рамках ППМИ реализовано уже 134 проекта. Инициативные жители получили возможность благоустраивать свои дворы, устанавливать детские площадки. Но среди основных проектов, конечно, новая парковка. Призываю других жителей принимать участие активное в этой программе, потому что практически финансирование где-то 60-70% проходит за счет средств бюджета. Как показывает опыт местных жителей, реализовать такой проект можно в любом старом газоне, который после превращения в территорию для машин перестанет быть зоной, за парковку на которой может прийти штраф. А эко-парковка – это еще и шанс сохранить зеленую зону, несмотря на то, что сверху размещается автотранспорт.